В открытом турнире Ганцевского района Хатанкартион, посвященного памяти героя-разведчика Павла Казакевича, награждается категория 30 кг. Третье место — Буха Андрей. Второе место — Герасименко Валентин. Третье место — категория 35 кг. Енисения Дмитрий. Категория 30 кг. Шестак Данила. Третье, второе место. Второе место — 35 кг. Павлович Артем. Девочинский Никита занял первое место в категории 35 кг. Третье место — категория 45 кг. Блинковский Иван. Второе место — Рязанов Влад. И первое место — Соболь Андрей. Третье место — категория 55 кг. Житко Николай. Грушковский Дмитрий второе место занял в весовой категории 55 кг. Дмитрий.
Марутик Максим занял первое место в этой второй категории. Третье место категории 45 килограмм. Красовский Даниил. Рогало Дмитрий занял второе место. Пинчук Илья занял первое место. Пинчук Никита занял первое место. Весовая категория 40 килограмм. Прокопчик Дамир занял третье место. Первым стал Адамчик Александр. Весовая категория 40 килограмм. Весовая категория 35 килограмм. Третье место. Малиновский Ярослав. Андреевич Павел. И первым стал Баскалевич Роман. Весовая категория 30 килограмм. Второе место. Мини-чилья. И победителем весовой категории 30 килограмм стал Аникей Матвей. Третье место категория 65 килограмм. Василенков Андрей. Горячий фигарь занял второе место. Thank you.
Тимофеев Кирилл. Категория 50 килограмм. Первое место. Максименко Владислав. Второе место. Романюк Евгений. Сергеев Артем, второе место. Второе место, категория 40 килограмм. Канцер Дмитрий. Второе место Шило Денис, весовая категория 70 килограмм. Первое место. 75 килограмм. Михайлов Дмитрий, первое место. 65 килограмм. Thank you.
Гордей Антон, 70 килограмм. Первый приз за волю к победе. Судьи коллегиально посовещались, и вручается он Дмитрию Денисене. За лучшую технику ведения боя присуждается, по мнению судей, Антону Гордею. От жителей деревни Латыши я хочу выразить особую благодарность всем, кто помог организовать этот турнир, а также лично главному судье соревнований Александру Александровичу Долику. Сейчас посмотрим, за что спасибо говорит. Эти часы будут висеть у нас в клубе и напоминать нам о этом турнире. Благодарностью за активное участие в проведении турнира по панкратиону памяти героя-разведчика Павла Зухевича от оргкомитета награждается Зубович Юрий Николаевич, главный секретарь соревнований, который много лет с нами сотрудничает и помогает нам в проведении наших различных турниров. И вот такая книжка памятная от нас. Возьмите, пожалуйста. Также такой же благодарностью награждается Герасименко Александр, также наш хороший друг из соседней войсковой части Российской Федерации. От нас также памятная книжка и надеемся на сотрудничество. Награждается благодарностью Деревенко Алексей. А также за активное участие в проведении турнира награждается Богуш Виктор Ляхович. Также надеемся на сотрудничество. Сегодня вы нам, а завтра вы к вам. А также наш хороший друг Скорина Александр, с которым мы давно уже дружим, вместе ездим на соревнования. И ковер в нашем клубе, на котором мы занимаемся, помог нам приобрести Александр. На этом все. До новых встреч. Счастья, здоровья вам. Сегодня великий праздник. Поздравляю всех. Желаю вам дальнейших успехов и спортивного счастья. Ждем вас в следующем году. До свидания.